подписчиков. Спасибо большое, что пришли. Так классно вас всех видеть. Ну и, конечно же, прежде чем мы пойдем в дом музея Татюрка, я вас познакомлю со всеми, кто пришел на встречу. Сергей Алла, Северодвинска. Александр, Москва. Айхан, Афьон. Айхан, ты местный? Наталья, мой сын Михаил, мы из Самары. Галина, Татьяна, из Перми. Сибирь, Алтайский край, Кирилл и Татьяна. Ой, у нас тоже Алтайцы. Тула, да. Город оружейников и пряников. А как вас зовут? Зинаида. А мы вот тут землячку встретили. Я Татьяна и Ольга, мы из Новомосковской Тульской области. Привезли нам тульские пряники. Тульские прянички, да. Кстати, я никогда не ела. Ну вот. Это София. Помаши ручкой. Маме и папе привет передай. А вы откуда? Екатеринбург. Екатеринбург. Так, спускаемся что дальше. Всем привет, я Ася, я из Магнитогорска. Я Катя, из Магнитогорска. Ну что, друзья, идем в дом музея Татюрка? Какие же все-таки позитивные у вас подписчики, посмотрите. Не, слушайте, подписчики просто вообще... Вот это вы еще. Просто супер. Ну что, друзья, пойдемте в дом музея Татюрка, посмотрим традиционный турецкий дом. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я когда приезжал в Аланию. А вообще он где он жил? И он начал освободительную войну от всех этих оккупантов. И в 23-м году война закончилась. И состоялось, он собрал национальное собрание, где провозгласил турецкую республику. И здесь есть телеграмма, которую по приезду в Алании отправил. Ну раньше же как, не СМС. Сейчас уже все, все чудо. А ты как правда? А там на окошке открыть? Нет, профан был работан. Давайте на окошке всегда. Откуда? Дай бог, да, дай бог мы когда-нибудь. Ну когда-нибудь, может, в этом году поедем. Ottoman House. Orijinal Ottoman House. Hamam. У них настолько жесткая мать. Началка, варежка. Такое ощущение, что у тебя... Привет. Привет. Ну что это? Это загорать-то невозможно. Особенно девочка какой-то сходила. Потом я говорю, начинаю загорать и загораю так вот пятки. Потому что мне это подожрать. Угу-гу. Спасибо. Спасибо. Чоколатанам ялли. Сереж, спасибо, говорят. Ты шикюр? Ты громко говоришь. Еще раз. Да, еще раз громко. Мама, папа, привет, столица. А теперь мы идем пить чай в чайный домик. В чайный домик? Да. Привет. Простите. Все. Да, можно все. А вы? Сфоткаю. Вот этого красавчика надо сфоткать, точно. Чай. 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 А салат? Тут красавчик, да. Это вообще. Тогда вы прелесть. Подожди. Повторить. Еще не выпили, да, уже да, такие хорошо, комплименты. Хорошо. Что же будет? Так. О, ну, таких красивых мужчин. Не, Хан, смотри сюда. Ну, улыбайся! Люблю Аланию. Ну, чтобы на движение сделать. Мальчики, обалдеть. Супер. Спасибо. Озалан. Чаевые, пожалуйста. На выходе потусе. Отдайте. В этот раз, по-моему, веселее компания, чем первое число. Это что-то? Олло.
Всем все нравится. Да? Про отели никто плохого ничего не говорит. Нет, да? А зачем там в отеле? Переночевал и все. Нет, мне в отель тоже нравится. Я второй раз в него приезжаю. Поэтому я как бы думаю, вдруг кому-то что-то не нравится там. Ну, послушай, да, или, допустим, в этот отель не ехать. В каких я странах не была, Александр. Ни в один отель я не могу сказать, что мне не понравилось. Мне везде нравится. Расскажите, как вам первый раз в Аланье? Нам очень нравится. Тепло, море хорошее. Что видели, куда ходили? Мы ходили на Красную башню, мы ходили на, как она называется, которая сверху башни. Эхмедек? Я ездила на экскурсию в Каппадокию. На два дня. Рейку по городу гуляем. На канатной дороге катались? Да, катались. Мы рядом, там у нас отель рядом, мы прокатились на канатной дороге. Ну, в общем, вы везде побывали практически. Да. На сколько вы приехали? Мы приехали на 10 дней. Мы были в археологическом музее. Ага. Из турецкой еды что-нибудь попробовали? Не, мы ничего не пробовали. Мы только ели мороженое, там вот рядом с башней, там есть кафешечка, на как-то бам-бам, как-то она вот будет там. Место ее не кушали. Покушать обязательно. Там тоже много на набережной всяких кафешек. В общем, нравится вам? Да. Нравится? Я в прошлом году была в Кемере, я была в апреле, там холодно, конечно, была не прям тепло. Купались уже, кстати? Я купалась, а Катя нет. Я ноги попротила. Катя такая же, как вы. Она не может залезть. Холодно, ну куда? Холодно, да. Холодно, холодно, нет. Я так, просто зашла в море, не стояла. Я решила в этом году, что надо покупаться в темноте. В этом году вода теплая очень. Алания. Очень нравится, очень нравится. Купались уже в море? Холодно? Не холодно, хорошо. А кому холодно? А вот девушкам. Девушкам с Урала. Где вы были в Алании? Расскажите, что вам нравится. Да достопримечательности. Я не знаю, все я везде. Пошел, потому что я да. ему сказал, да, что все. У меня... На канатной дороге прошлый год были, ее еще не было. А в этом году прокатились, да, в этом году прокатились. В прошлом году пешком ходили. В прошлом году пешком на гору ходили. Турецкую еду пробовали? Все время. Что больше нравится? Что больше нравится? Сладости. Пахлава. Каймак. Вообще, каймак обожаю. С семитом, каймак с семитом и с вареницем. Это йогурт какие? Нет, это не йогурт. Каймак это сливки. А, сливки. Но только те, которые во 101. В остальных не такие. Моя сестра. Уже можно или как? Сестра заманила клубникой в Аланию. Ну, в принципе, я осталась довольна не только клубникой, а всем остальным. Попробовали по вашей рекомендации Кюнифе. Так что отдых удался. Целый день посвятили гулянию по крепости. Да, гуляли. Поднялись на фуникулёре, там все прошли пешком и с обратной стороны в Портскую Стерис. Здорово. По улочкам там бродили, ходили. Так, куда мы еще сходили с тобой? В музей. Настя сходила в археологический. Очень понравился. Он небольшой, но очень такой содержательный, хороший музейчик. Вот. Ну и по магазинам, конечно же. А как же без этого? Пошупились. Ага. Ну, вообще, Алания очень красивый. Такой город атмосферный. Я вот в первый раз была здесь в сентябре. И прям тянет как магнитом. Очень красивый город. Мы первый раз в Алании. Вы заразили нас этой страной чудесной, прекрасной, можно сказать, сказочной. Мы очень довольны, нам здесь все очень нравится. Климат, солнце, море, еда, очень гостеприимный народ. Даже вот мы заблудились маленько, поехали в Аланиум, торговый центр, сели не на тот автобус, водитель остановился, договорился с тем, на который нам нужен был, кричит нам «No money, no money, садитесь». То есть это вот показатель гостеприимности этого народа. То есть мы в восторге, мы приедем еще раз обязательно.
А ребенку вашему понравилось? Он, да, мне тоже понравилось. А все. Что тебе больше всего понравилось? Ну, мне понравилось, ну, турецкая еда мне понравилась, ну, виды сами, море. Балык-Якмек мы два дня мы ходим подряд к порту и едим балык-Якмек, то есть турецкую еду. То есть ему очень нравится, он в восторге от этой еды. То есть гастрономическое путешествие у нас удалось. Что, поехали? Да? Во-первых, всем-всем привет моим знакомым, тулякам, да и вообще всем людям. Привет из теплой Алании. Благодаря Алании, благодаря Анастасии, мы случайно здесь встретились. Вот на турецкой земле мы встретились три землячки. Туляки. Вот, но это как бы... Отступили. Ну, про Аланию я сейчас пока... Первое впечатление у меня – восторг. Просто слов не хватает. Вот все очень нравится. По экскурсиям ничего сказать не могу, потому что я прилетела только в 4 утра, заселилась в отель. Поэтому я вот сегодня утром после завтрака на море. У меня парк очаровал, который вот возле отеля на набережной Клеопатры. Вот, ну в планах у меня есть экскурсии, я как бы уже запланировала это все, теперь, ну в общем, все это предстоит воплотить в действие. Так, еще я за что хочу сказать. В 2014 году я была, отдыхала в Конаклы в системе Inclusive. Ну и потом как-то там, и потом вдруг, когда я случайно наткнулась на канал вот Анастасии, и начала его смотреть, и мне начала Турция открываться с другой стороны. Не с системы Inclusive, а вот именно как страна, как вот как обычаи, как народ, природа, вот ее именно вот. И очень мне это заинтересовало, мне очень захотелось опять вернуться в Турцию, но уже не в систему Inclusive, и поэтому... Я предпочла городской отель, чтобы быть свободной и чтобы поездить по стране, ну, насколько это будет возможность, именно своим ходом, где-то там на автобусе, там, ну, в общем, как получится. Но именно посмотреть эту страну вот, и изнутри. Изнутри. И вот даже сегодня, добираясь сюда, до места нашей встречи, я ничего не знала в Алании. Ну, ладно, карты там, это карты, это карты. Карты – это одно, а когда ты идешь и видишь там машины, магазины, люди, можно заблудиться, там дороги, повороты. Но от самого отеля сюда я шла пешком, ну, сколько километров, я не знаю. И от каждого угла до угла, я на каждом углу спрашивала местных людей, как мне пройти вот до Вив Ататюрк. И мне каждый объяснял, он понимает, что я не знаю турецкого, люди подзывали, местные подзывали, ну, как сказать там, ну... Русскоговорящих. Mm-hmm. Они спрашивали, что вам подсказать, я сначала говорила «дом Ататюрка», мне поправили, сказали «дом», нет, они, ну, типа, это непонятно, говорите «вив», ну, как-то так, в общем. F, вот. И вот так вот они меня, в принципе, проводили вот от угла до угла. Этот показывает туда, там направо, там налево, там дорогу перейдете, там. И в итоге я уже вот у пятого, наверное, парня вот здесь спросила буквально рядом. Он мне руку протянул и говорит, вот. И я смотрю и увидела эти родные ступеньки, которые уже видела в Ютубе. Так что у меня... замечательное впечатление, да, вот о стране. И я так понимаю, что в следующий раз, сейчас у меня только 10 дней отдыха, но я мечтаю сюда приехать хотя бы на полмесяца, потому что здесь очень много как бы неизведанного. Ну, то, что вот я не видела здесь, природу я не видела вот в той мере. Вот еще что хочу сказать. Ну, там вырежешь половину. Сейчас заручится время на телефоне. А, ну ладно, все тогда. Ну, в общем, приезжайте в Аланию,
И вообще в Турцию приезжайте. Вообще здесь супер. И все это благодаря, вот для меня Турция открылась благодаря Насте. И вот он, где ты? И Айханчику. Вот, но благодаря ей я действительно ходил, вот все видео смотрел ее очень внимательно. И старался посещать все места, и я все посетил. Спасибо большое, что человек, Анастасия, вот, старается для нас, что нам, она работает, она устает, но находит время, чтобы нам подсказать, научить, объяснить. Спасибо большое. И я очень счастлив, что я стал случайно подписчиком. А как я стал им? Я набрал в поисковике в Ютубе что-то про Турцию, и какое-то там это слово контрольное, и вышло вот это вот шоу, Анастасия шоу. И я так стал... Мне просто понравилась сначала женщина, Анастасия. Я стал внимательно смотреть, как она говорит. Так Турция понравилась? Да. Я сначала думал Турция. А вы что, а потом... Женщина или Турция? Турция. Да. Трамвай куплю. И я начал все смотреть внимательно. А потом уже перешел и на Турцию. Но Анастасия мне очень симпатична. Спасибо большое. Нет, давай ты. Ты же привет передавай. Соня, давай. Тебе понравилось? Ты уже купалась в море? Да. Да? Холодная вода? Не-а. Нет? Ни капельки. А что еще понравилось? Все понравилось. Все? Угу. Турция вообще классная. Какой раз ты в Турции? Третий. Все нравится? Ага, я вот тут осталась. Осталась бы? Да. Понятно. Ну что, маме, папе, ты передашь привет? Я передавала. Ну передай, скажи громко. Ну скажи, вот камеру смотри. Передай маме, папе привет. Я из Самары, зовут меня Наталья, привет из солнечной Алании. Отдыхаю со своим сыном Михаилом, хочу рассказать свою историю знакомства с каналом Анастасии Шоу. Турцию открыла для себя как страну, как рай на земле в 2008 году. И с тех пор регулярно, как бы раз в год в отпуск посещаю эту страну, разные ее регионы. В том году, в сентябре, удалось побывать в Алании на пляже Клеопатры. И с тех пор это самое любимое место на земле. Поэтому, приехав, значит, с отдыха, начала в Ютубе набирать, смотреть. Алания, Алания. То есть не хватало. Как, наверное, наркоманам не хватает наркотиков, алкоголикам не хватает там чего-то выпить. Мне не хватало Алании. Я начала искать. Начала искать, натолкнулась на этот канал Анастасии Шоу. И каждый мой день, каждое утро, каждый вечер перед сном, значит, это были мои прогулки по городу Алании, по ее достопримечательностям. И я хочу сказать огромное спасибо, Анастасия, огромное спасибо, Айхан, за то, что вы делаете для нас, вот для меня конкретно. Вы осуществляете мечту. Мечту – это самое лучшее место на земле, Алания, пляж Клеопатры. То есть благодаря вам я каждый день могу бывать здесь, смотреть, какая погода, какая природа, смотреть какие-то достопримечательности, ходить по каким-то лавочкам. Анастасия, спасибо вам огромное. Я желаю продвижения вашему каналу, успехов по работе, успехов в личной жизни, успехов вашей семье, огромных успехов вашей семье. В крепкой работа. Семье, хороших отношений. Ну, работа, карьерный рост, ясно. Но чтобы в семье было тоже, как бы, счастье великое. Ну, что, детей? Счастья. Всех успехов. И спасибо вам огромное. Вам, вашему каналу, что вы делаете это трудное дело, действительно, после рабочего дня ходить там что-то снимать. Ну, ясно. Спасибо. Большое спасибо. Ура! Чайный домик. Да. Очень! Нам так понравился чайный домик! Ура! Идем
в центр. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, мы уже в офисе, точнее, я уже в офисе. И сегодня была просто потрясающая встреча. Спасибо большое всем, кто пришел. Нам подарили столько вкусняшек. Ну, конечно же, все эти вкусняшки, шоколадки. Все эти вкусняшки, шоколадки, колбаса, смотрите. Сыр. Мы его тоже будем пробовать. Подарили очень много. В общем, друзья, очень много шоколада, сувениров. Супер! Спасибо всем большое! Ну и, конечно же, придя в офис, что я решила сделать? Я решила дать Шахмире попробовать тульский пряник. Такого она никогда не ела, это 100%. И я думаю, что не видела. Ну, может быть, видела, не знаю. Поэтому давайте один пряник откроет Шахмире. Ванбиртана Чорсон. Мы даже, видите, приготовили чай. Ачорус. Бурда. Чаёчек у нас. Давайте посмотрим, какая же у нее будет реакция. Энди Пушеку Чекеру. Шимди. Самбак. Насылбиши его. Пряник. Бу пряник шейден гелер. Тула бир шехир ва Русия да Москва яным да. Туладан гелер. Бу садыджи бу пряник Тула ичин озеликле ода етерла. Эвет. Burada ne yazıyor? Filimonovskaya igrushka. Rusya'da bak. Kapadokya'da var. Kapadokya bebekler. Evet. Rusya'da böyle çocuklar için önce şey yapıyorlar. Sembol gibi. Aha. Orayı anlatan. Evet. Bunlar işte Filimonovskaya igrushka. Rusya'ya özel şey, oyuncak. Tamam. Şimdi senin deneyelim. Değil mi? Evet. Ben tabak getiriyorum. Prenesim çok şey yok. Sen onu aç. Ben tabak getiriyorum. Tamam. Nos iyi. Sen önce gördün mü böyle bir Hayır, şey? Hayır, ilk defa gördüm. Böyle kek mi? İlk defa gördüm. Sen я не знаю, как его надо резать или ломать руками. Там сен кес. Бельмер Белик Чук Шейле кес. О чок сефт. Он у тута Джексон. А кейк дей бу. Кейк. Кейк гюмчек. Ама бу. Эвет сефт. Бу шекинде кесен пісуем олмазды. Тамам. О, güzel kokuyor. Вкусно пахнет. Tamam. Şimdi deneyelim. Bakalım. Tatlı. Evet. Пряник. Böyle sert bir kek. Ha, Rusya'da aynı şey satıyorlar. Böyle küçük. Bunlar aynı. Böyle küçük. Cupcake. Banan özellikle çayla akşam oturuyorsun, çok güzel doğru yiyebilirsin. Çok güzel. Kim getirmişti bunu? Tola'dan iki kadın. Bu da aynı. Ve bak onlar şey gibi yapıyorlar, как книжку делают, kitabı gibi. Ve burada şey yazıyor. Bu şeylerin tarif. Tarif. Bu takvim tarif. Burada ne yazıyor? Tulski pranik. Bu pranik. Pranik onun adı. Tulski, Tula. Bir şehir var. Tula'dan. Tula'dan pranik.
Onlar farklı resim olabilir, farklı şeyler olabilir. Renkler. Çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz kendini getirmişse. Понравилось? Beğendin mi? Evet. Или нет? Evet. Çok güzel. Ama hani biz kek deyince böyle çok yumuşak bir şey. Bu sert bir kek. Pranik, pranik. Özel bir şey. Pranik, evet. В общем, Шахмеле говорит, что ей понравилось. Не пишите в комментариях, что они притворяются. Они действительно, если им нравится, они говорят да, если не нравится, говорят нет. Сердит мой персон. Базен. Я зрители. Она сейчас много не ест, потому что она на диете. Поэтому не надо писать. Но без ярен чай, да? Но завтра днем с чаем мы все это дело скушаем. Еще мальчики придут. Всем еще раз большое спасибо, кто привозит, приносит нам подарки. Огромное спасибо подписчики, наши подписчики, вы самые-самые лучшие. И спасибо еще раз, кто пришел на встречу. Следующая встреча состоится 19 мая. Ждем вас, кто не успел, будем рады видеть. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Мы будем пить чай, если вы кушаете, приятного аппетита. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.